Привет, мои друзья! Очередная посылочка с Алиэкспресса. Я даже не знаю, что там, но на ощупь очень странная. Вот. Ну что, давайте откроем и посмотрим, что же это такое. Вот. Значит, заказала я его 21 ноября. Вот. Сегодня она ко мне пришла. Сегодня у нас 11 декабря. Ну, это практически 3 недели, там плюс-минус. Одна, как говорится, вот они 23-го они мне его выслали, насколько я понимаю, да, 23-го 11-го. Вот, они его, мне его высылают. Так, и так. И чего это у нас тут такое? А это у нас какая-то варежка. Интересно, такую варежку я не заказывала. И кто мне тут ошибся? Ну, да, интересно. Извините, что немножечко затягиваю эфир, потому что я немножечко в шоке. Вот, вот такой вот варежки. Я так понимаю, эту варежку нужно расчесывать собаку, у которой, скорее всего, длинная шерсть. У меня собачка гладкошерстная шерсть, гладкий. Ну вот, если кому, конечно, интересно, конечно, ну не знаю. Но ждала я совсем другое. Так, ну что ж, будем разбираться. Вот теперь вы понимаете, почему я делаю вот эти вот, вот и открываю при вас все эти конверты. Для того, чтобы вы видели, что происходит. Ну, вот сегодня такой случай. Вот. Итак, смотрим. И здесь у нас, значит, номер. Вот этот номер. Вот я подчеркиваю. Даже задержу немножечко эфир. Вот. Для того, чтобы... Так, придется мне тут все это снимать для того, чтобы все это показывать. Итак, вот он этот номер 1798-36-13-5-SN. И давайте вот теперь зайдем на мой компьютер. И давайте, я так думаю, что вот это вот перепутано было вот это. Вот там я показалась. Вот, скорее всего, вот это. И вот как раз рядом вот эти вот рукавички. Прикольно. Потому что мисочку я заказывала вот такую вот красную. Так, сейчас я вернусь. И посмотрю по номеру. Что-то я прям вот действительно растерялась я в этом эфире. Вот. Давайте сейчас я зайду. Немножко будет, скорее всего, затянутый эфир. Блин, опять не на то нажала. Вот, ну надо же. Так. Подождите. Итак, смотрим. Так, смотрим. Вот у меня вот эта миска красненькая. Так, очень мне неудобно. Я не подготовилась к этому. Так, и вот, вот он, этот номер. Вот смотрите, красная миска. И номер совпадает, да? Номер у нас совпадает. Сейчас мы вот, я вам его продемонстрирую. Вот номер. И вот номер. 1798-36-13-5. Вот я заказывала миску. Силиконовую миску. Присылает мне рукавичку. Ну что ж, все будет замечательно. Буду связываться с продавцами и будем разбираться. А вам до скорых встреч. Пока-пока.